the game plan, план игры. Эти locals бьют рынок выше, срывают buy стопы. Они не меняют свой план игры. Они не думают, окей, посмотрим. Все, что у них есть как план, они знают, что там наверху должны быть buy стопы. Всего $1 выше и будут сидеть buy стопы. Как только они видят, что их план работает, и рынок поднимается вверх, buy stops срабатывают, и цена идет вверх. И они видят, как рынок оживляется, и начинает активно скупаться. Когда это случается, они ни с того ни с сего вдруг от балды не меняют свой геймплан. И не начинают думать, я только что нашел кучу покупателей, цена полетит вверх до луны. Я не собираюсь сейчас продавать. Я нашел столько покупателей, я продам по лучшей цене. Не, я не дурак продавать. Мы идем выше и выше, без остановки. Нет, они придерживаются своего первоначального плана. Их мышление такое. Вообще-то я нашел покупателя много. Я им продам. Пусть берут. Бум, перехожу на следующий трейд. Что я делаю как локал? Я оцениваю спрос и предложение. Снова, с новой точки зрения, я манипулирую рынок снова на основе моего понимания того, что случается в данный момент и разворачивается прямо перед моими глазами. Спрос и предложение командуют рынком. Они управляют активностью цены. То есть у нас есть locals, которые подчиняются своему плану, первоначальному гейм-плану. Это одна из причин, почему locals успешны в своем бизнесе. Большинство из них успешны, потому что они придерживаются своего плана первоначального. Они не меняют свой первоначальный план, даже если все играется на эмоциях, даже если цена идет невероятно crazy, сумасшедший становится. У них есть план, и они его выполняют. Им и в голову не придет подумать, что сколько покупателей понабежало, пейпер все раскупает, я, пожалуй, подожду и продам им подороже. Они с самого начала знали, что покупатели там сидят, должны быть. Они их нашли, покупатели явились, бум, на, бери товар. Хочешь его? На, у меня он есть. Следующий трейд. Next trade.